Мировые звезды посетили духовный центр имени пророка Исы, мир ему. Известные исполнители нашидов Мухаммад Тарик и Мухаммад Юсуф ознакомились с ходом строительных работ. Им провели экскурсию по будущей мечети. Внутри сооружения гости из Египта прославили пророка Мухаммада, мир ему и благословение, на арабском языке. Мухаммад набина бинуру хадина мин Мекка хабиби нуру. سطع المدينة من صلى صلاته. Звезды эстрады внесли свою лепту в строительство духовного центра. Помимо финансового вложения, они посадили дерево на аллее героев-медиков. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие дагестанцы, мы узнали об этой большой стройке и решили прийти посмотреть и поучаствовать в строительстве и внести свой вклад. Но хотим сказать, пока есть возможность, торопитесь стать участником в строительстве данного центра.